Сегодня в Саранске и еще в 11 городах-организаторах футбольного чемпионата дали старт волонтерской программы. Как сообщает оргкомитет, в первые минуты регистрации заявок было так много, что сайт едва устоял. Обозреватель наших новостей Юлия Порунова наблюдала за церемонией и готова рассказать, чем все закончилось. Эту команду уже назвали 33-й сборной чемпионата. 32 – это команда профессиональных футболистов. А это фактически дрим-тим волонтеров со всего мира. Я еще не стал волонтером, я пока что зарегистрируюсь кандидатом волонтера. А пока я сейчас просто активист волонтерского центра в Саранске и помогаю в организации. На футбольном чемпионате мира в России будут работать 20 тысяч волонтеров. В течение месяца тысячи юношей и девушек в волонтерской форме станут лицом целой страны для десятков тысяч болельщиков со всего мира. Именно от них во многом будет зависеть, какие впечатления о Мордовии и России увезут с собой на родину гости. Я люблю заниматься волонтерской деятельностью и вот узнал, что у нас будет проходить чемпионат мира по футболу. Ну и, собственно, решил пойти, так как все-таки мероприятие такое масштабное, а город Саранск является одним из городов-организаторов этого мероприятия. Вот, собственно, это и решил. В оргкомитете говорили, что волонтерство – это не только шанс оказаться рядом с футбольной звездой. Это бескорыстное служение спорту и идеалам добра и помощи. Официальный старт волонтерской кампании дает премьер Владимир Сушков, посол Саранска Алексей Немов, мэр Петр Тултаев и волонтеры. 3, 2, 1, старт! Друзья, ваши аплодисменты! В качестве главного сувенира этого события – автографы почетных гостей на кнопке. Алексею Немову уже предстоит еще одна процедура – оставить отпечатки рук посла Саранска, которые теперь будут хранить волонтеры. Пока Алексей Немов ждал, когда застынет раствор, мы успели взять у него короткое интервью. Алексей, мне кажется, первый блин, наверное, будет комом. Как сообщили в центре подготовки волонтеров, они будут говорить на 30 языках. Большая часть волонтеров – россияне, но есть и иностранцы, их примерно 7%. Средний возраст – 23 года. Однако будут и те, чей возраст премьер Сушков назвал серебряным. И очень много активных людей, которые уже, допустим, после 55 многие вышли на пенсию, есть свободное время, и они активны на сегодня, активны не только в смысле состояния здоровья, а активны как активные члены общества, да, в жизненной позиции, неравнодушны ко всему тому, что делается в республике, в стране и в городе Саранске. Зарегистрироваться уже сейчас можно на официальном сайте под именем «Россия-2018». Мест еще много, говорят организаторы. Юлия Порнова, Сергей Бибинов. Наши новости.